Ребята, всем огромный привет! Меня зовут Инесса. Я сегодня решила порисовать свою картину по номерам. Хочу немножечко вам показать, на каком этапе я сейчас нахожусь, и непосредственно поснимать сам процесс, чтобы показать, как у меня это вообще происходит. Вот такую картину я сейчас рисую, хотела сказать вышиваю, рисую. Такую очаровательную, просто считаю. Такой букет, вазе, роза. Ой, очень красивая. И вот что у меня сейчас уже есть. Такие большие кусочки уже все зарисованы. И хотела вот сейчас порисовать и показать вам, как у меня это дело все идет, как я это делаю. Может быть, кому-то будет интересно. Поэтому, если да, то оставайтесь со мной. Вот я уже подготовила краски, кисточку и водичку. Будем приступать. Вот так моя картина выглядит после еще одного дня рисования. Добавилось у меня два цвета, которые, я думаю, все равно по итогу, конечно, придется вторым слоем проходить, но неважно. Сейчас вот села опять порисовать и хотела, чтобы вы понаблюдали за моей работой. Вот так выглядит моя картина после нескольких дней рисования. Еще работы, конечно, много, но уже немножко продвижение заметное, контуры уже тоже различимы. Напомню еще раз, что это работа от фирмы Victorious Moon, сайт saramon.de. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Заходите, смотрите, у них там огромный-огромный выбор на разные темы, на любой вкус и цвет подойдет, а также на разный кошелек. А еще у них сейчас акции, я видела, проходят на сайте, поэтому заглядывайте. Ну а я хотела просто сделать вот такой отчет о моем процессе, как она у меня движется, как рисуется. И буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Пишите ваши комментарии, если, может, уже кто-то покупал на этом сайте картины, также пишите, будет очень интересно почитать. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Уже совсем-совсем скоро будет готовая работа. Так что всем пока-пока, до скорых встреч!